ты за второй батальон знаешь? Нет. Что в пиздорезку то попали, что они, блядь, отошли потом вроде как. Нет. Как нет. Они тут. Как они. Вообще ничего не слышал за них? Нет. Вообще? Угу. Бать, вы отсталые. Да писали, что в женской же этой банде нахуй писали, что второй батальон разъебошили, что они отошли назад. Короче, пацаны стояли где-то под Бердянском. Угу. Не получали ни зарплату, ни хуя, я так понял, толком, наверное, не кормили их, блядь. Начали жены возмущаться, поехали в Комсу, нахуй, нарвались там на Урала. А, ну, это я знаю за эту хуйню. Ну, а потом же их кинули, блядь, куда-то напередок, они там стояли, молча, блядь. Заебались стоять, начали назад отходить, искать пути отхода, нахуй. Попали на россиян, и россияне их разъебошили, прикинь. Пока поняли, что это свои. Заебись, ну. Вот тебе, блядь, армия, нахуй, прикинь. Только кричали, что они под обстрел, нахуй, от укров попали. Заебись, блядь. Так что, я-то так, между нами, нахуй, там сильно не распространяй.